Министр спорта России Павел Колобков прибыл с рабочим визитом в Ульяновскую область. Одна из главных задач министра – увидеть своими глазами успехи и недочеты спортивного кластера региона, пообщаться с спортсменами, в том числе и юными. А как у вас команда называется? Волга! А у вас здесь все Волга, да? У нас все Волга. Ну, молодцы. Футбольная арена имени Льва Яшина, однажды на ней сыгравшего, пришлась министру по душе. В целом он высоко оценил организацию спортивной работы. Мы здесь проводили уже много лет и фестиваль национальных видов спорта, и фестиваль национальных видов спорта стран СНГ проводили. Кстати, очень здорово провели, было потрясающее открытие. Мы проводили чемпионат мира по хоккею с мячом совсем недавно, и был один из лучших чемпионатов. Поэтому мы очень много у нас разных проектов с Ульяновской областью. Спорт в регионе активно развивается, пользуется поддержкой руководства региона. Поэтому, по словам федерального министра, с Ульяновской областью хочется иметь дело. Проведение на нашей территории форума «Россия. Спортивная держава» – дань успехам ульяновцев и некий аванс с надеждой на то, что спорт продолжит активно развиваться. Как вам нравится сыграть? Какой? Трава-то какая? Очень хорошая. Как по вате бегаешь. Хорошо. Как что? По вате. А это хорошо или плохо? Да, хорошо, наоборот, легко. И падать легко, наверное, да? Да. Не так больно. Вратарям хорошо. Осмотрев стадион, министр вместе с региональными коллегами отправился на 4-й всероссийский турнир по хоккею среди команд юношей на Кубок Фотум 2018 «ФОК-лидер». Высокие гости приехали на, пожалуй, самый интересный матч. Ульяновцы играли с титулованной командой из Челябинска и держали марку. Счет был равным. Показать себя на таком уровне почетно и важно. Для нас, ульяновцев, очень важно присутствие не просто министра спорта, а олимпийского чемпиона. Плюс, как бы, сам министр определяет, ну, достаточно многие моменты, уровень нашего развития нашего спорта и желание наших детей, наших игроков, насколько они сейчас хотят, готовы в прямом общении, в прямом диалоге, поэтому это очень важно. Завтра начинается международный форум. Многие его гости уже здесь. Общее мнение. Ульяновску есть чем похвалиться и есть куда развиваться. Тем более, что основа, база, фундамент уже заложены. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости «Ульяновской правды».